Так почему Андрис Берзинш принял решение не баллотироваться на второй срок? Президент решил не рисковать, считают опрошенные нами политологи, так как ему просто не удалось заручиться большинством голосов парламента. Если у него нет голосов, он скорее всего, говорит «нет». Двери не хлопает, уходит с каким-то политическим завещанием, объяснением, прочее. Ну, то есть он человек, не лишенный определенной политической мудрости и сентиментальности. Но все те достаточно так туманно названные кандидаты, которых выстроилось на самом деле уже порядка 10, даже больше, они приобретают совершенно иное значение. Я думаю, ситуация разворачивается по второму кругу. Каждому из них возвращаются с одним и тем же вопросом. Ну, сейчас-то вы согласны или же нет? Это может создать ситуацию, что, не скажем, в парке, но опять будет вариант, что появится персона, которая в последний момент будет выдвинута. Ведь вы знаете, что мы не учитываем один фактор, когда мы говорим, что есть общественное мнение, общественное обсуждение. Только если Сайм не избрал президента, прошел эти все этапы, выдвигаются новые кандидатуры. И так как было с Вити Прейберга, это вам доказательство.